Друзья, я Ирина, я рада вас приветствовать на своем канале «Все лучше о Греции». И если вы будете в Греции, обязательно по возможности посетите греческую свадьбу, венчание. Здесь всегда много людей. Обычно начало 8, я немножко позже пришла. Жених с родителями уже ожидает невесту. Невеста подъехала. Сейчас мы посмотрим, как проходит венчание. Вход для всех желающих. Возле церкви всегда красиво украшают. Надели на голову Стефания корону. Они между собой одной лентой связаны. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.
Срияс и Ежину архитриптину стоит до Рима Лидемимену, где удивительно архитриптину стерение в то пашман в то Божие. Продолгом гару Рима Тифиси, когда мэтиш вином эос архитрипт. Та финеби сетин архитрипт симия ишо и мафите. Αυτή και μόνο φέρνετε να χαιρετήσει το ζευγάρι. Οι άλλοι θα μην πάνε.
fatti, se la tenete in suo cellulare, se ne riserci non la fate. Окончание венчания все выходят на улицу и получают подарки. В этих пакетиках завернуты очень конфеты вкусные, в глазури, шоколаде там находятся орешки. На каждой свадьбе, ну, у кого какие, разные. Могут взять все, кто присутствовали на венчании, независимо от приглашенных, все, кто был в церкви. Мужчинам дают белые упаковки, а женщинам... Нет, мужчинам в коричневом, а женщинам в белом. Так украшают возле церкви. Это церковь святого Константина и Елены на набережной. А также во всех центральных церквях и на Эрму можно подойти к 8 вечера, к 7 лучше, к 7 вечера, и подождать, и где-то после 7 начинается свадьба. Обычно 7:30, 8 в субботу. Пасхальные дни, когда пост, свадьбы не происходит, венчание. Греческая традиция, вы можете и гражданским браком, он считается законным, расписаться. Но, как правило, греки стараются венчаться. Церковь никогда не была отделена от государства, это законный брак. Если недостаточно средств, вы можете венчаться в любой церкви. Для этого нужно наличие 2 свечей, некоторых ритуалов 2 кольца. И, в принципе, там очень небольшой список. Главное, чтобы были кольца и свечи. Вот. И вас обвенчают. Ну, естественно, документ, перечень документов, которые нужно принести. Все гости, которые были в церкви, подходят, получают подарки, пирожные. Здравствуйте, Ира. Пока снимала видео, встретила знакомых. Они пришли на свадьбу, потом после всего этого мероприятия они пойдут в ресторан. Теперь все ждут выхода невесты с женихом. Теперь уже мужа и жены. Посыпают рисом. Thank you.
Камера и летает. Греки вообще одеваются очень консервативно и сдержанно. Только на свадьбах можно увидеть нарядных людей и разные цвета. Люди разойдутся и поедут приглашенные в ресторан. Это была довольно-таки богатая свадьба, венчание, потому что бывают и более скромные, но в центральных церквях в основном высокого уровня. До новых встреч, дорогие друзья! Приезжайте в Грецию, смотрите свадьбы, венчание. Я вас жду на своем канале. До следующих встреч! И по скрипту. Немного информации о том, если вы гражданин бывших стран-членов СНГ, хотите вступить в брак с гражданином или гражданкой Греции, для этого вам понадобится перечень документов, которые надо подтвердить апостилем в вашей стране. И если это брак не государственный, муниципальный, а церковный, венчание, то еще понадобится свидетельство о крещении. Так как у нас в наших странах церковь отделена от государства, оно ничем не заверяется, просто выписываете, подтверждаете и все. Ну, уже наши дети, когда родились, уже такие свидетельства давали. А, конечно же, наше детство, ну, был коммунизм и так далее, никаких свидетельств не выдавалось, но все это можно сделать. Потом все эти документы в Греции переводят здесь на греческий язык, тоже с подтверждением муниципалитета Греции. И назначается дата свадьбы или венчания. И все, вы законные муж и жена. В принципе, сложностей никаких нет. Да, еще самое главное, чтобы у вас была непросроченная виза, если это визовая страна, ну, если вам нужна виза. В частности, для граждан России. Я была на свадьбе, тоже как корреспондент теперь. И вот мне тоже вручили такой подарок. Называется бабонера по-гречески. Сейчас мы раскроем, и я вам покажу, что там внутри. Они бывают разные, у них целые службы существуют по обрядам таким. И в зависимости от уровня свадьбы. И там вот такие конфеты. Они очень вкусные, кстати. Получается, внутри находится шоколад под этой глазурью, а под шоколадом орех миндальный целый. Вот, они где-то стоят в районе от
13-15 евро килограмм такие конфеты в частных лавках. Вот такие вот дела.